не злые. Зато косплей очень веселый, иногда даже слишком. А вот сейчас у нас будет совершенно уникальное явление для Ростова-на-Дону. Нет, для Ростовской области. И может быть даже для юга всего России. Потому что следующие наши участники покажут вам очень красивую, но грустную историю. Они приехали к нам из Волгодонска. Настройтесь и встречайте. Но после этого мы вам обещаем, будет весело. Тоже тут же уходишь! Пойду прощаюсь с остальными. Все тебе наилучшее.